Всех приветствую, дорогие друзья. Меня зовут Сергей Елисеев. Я хочу подвести итоги уходящего 2019 года. Прежде всего, хочу выразить огромную благодарность всем моим друзьям, подписчикам за поддержку и понимание, всем поклонникам наших любимых артистов. И, конечно, хочу поблагодарить всех, кто откликнулся поговорить со мной в моем проекте «Давай поговорим». Ребята, я очень рад. Всем огромное спасибо, благодарность. Это первая любовь Михаила Круга, Марина Базанова. Мы, Серега Елисеев, Марина Базанова, мы находимся в гостях у Леонида Михайловича Телешева, лучшего друга нашего Михаила Круга. Друг Миши Круга, Леонид Михайлович Телешев. Просто он был в моей жизни. Родная сестра Михаила, Ольга Медведева. Оль, давайте поговорим? Давайте поговорим. Очень приятно. Музыканты группы «Попутчик» Николай Иванович и Родион Чехов. Мы находимся в гостях у музыканта, друга Михаила Круга и группы «Попутчик» Николая Ивановича Чехова. Я нахожусь в гостях у Родиона Чехова, музыканта, друга Михаила Круга. Солистки группы «Попутчик» Светлана Тернова. Я нахожусь в гостях у солистки группы «Попутчик» Светлана Тернова и Елена Левадня. Сейчас я нахожусь в гостях у бэк-вокалистки, светской львицы и просто хорошей, красивой девушки. Это Елена Левадня. Здравствуйте. Автор, исполнитель Михаил Шелих. Сегодня я встречаюсь с легендарным человеком, писателем, автором, исполнителем, музыкантом, лауреатом премии «Шансон года» Михаилом Шеликом. Соседка Михаила Круга, Любовь Русакова. Сейчас я нахожусь в компании замечательной дамы, а в прошлом соседки Михаила Круга, Любы Русаковой. Привет. Да. Хочу также поблагодарить Галину Северову. Сегодня я нахожусь в гостях у замечательной дамы, жены Александра Северова, Галины Северовой. Сестру друга Михаила Круга, Наталью Борисовну. Сегодня со мной согласилась поговорить сестра друга Михаила Круга, Андрей Борисович Иванова, Наталья. Директора Михаила Круга, Виталия Шамшонкова, аранжировщика Миши Круга, Игоря Бобылева. Мы находимся в гостях у директора Михаила Круга, и, можно сказать, друга, это Виталий Петрович Шамшонков. Также к нам зашел в гости аранжировщик, звукорежиссер Миши Круга, это Игорь Бобылев. Товарищи по работе Евгения Самолетова. Совершенно случайно приехали к Марине и встретили дядю Женю Самолетова. Конечно. И хочу сказать спасибо всем тем людям, кого пока не было в кадре, но они уже дали мне интервью и знают, кого я имею в виду. Надеюсь, что в новом году откликнутся новые герои, и мы поговорим с новыми интересными людьми и артистами. Ведь память наших кумиров и легенд жива, пока мы о них помним и говорим. С наступающим 2020 годом! Всем удачи, добра и терпения! С уважением, автор проекта «Давай поговорим» Сергей Елисеев. До встречи в новом году! Пора уже лёг садиться. Да. За стол. Да. Позади остается еще один год.